Одинцовские единороссы в рамках реализации проекта «Новая школа» поздравили сотрудников детского сада номер 82 с профессиональным праздником – Днем воспитателя и вручили сладкие подарки. Также творческое поздравление для педагогов подготовили их воспитанники. Детский сад входит в структуру Одинцовской гимназии номер 14. Всех педагогических работников объединяют искренняя любовь к воспитанникам, необычайный профессионализм и преданность своей профессии, отметила депутат окружного совета депутатов Ирина Горбарчук.